Ребят, вы на канале Я Попов, и сегодня мы снимаем новое видео. Я сегодня сниму, я расскажу, как чуть сегодня не потерял свой канал. Ну, я сейчас вам вот так видите, и мой канал, творческая студия, сменить аккаунт и выйти. И вот из-за вот кнопки выйти я хотел зайти на свой канал, нажал, но я даже не знаю почему, но я нажал на выйти, и я вышел. Ну и что тут такого, каждый бы сказал, любой. Но чтобы зайти обратно, нужен пароль от Ютуба. А у меня этого пароля нету. Ну, да. Благо, что мне помогла мама. Ну, благо, хорошо, что мне помогла мама. Она там сделала пароль новый и записала его. Ну и вот так я чуть не потерял свой канал. Еще, кстати, ребята, пишите, может, видео с Васей мне снять. Или еще фильм. Но фильм я по-любому сниму. Ну, может, блоги какие-то, влоги, не знаю как. Это тоже напишите в комментариях. Ну, или, не знаю, про какую-то там игру. Ну и реклама! Да. Ну, кто хочет, может подписаться на моего друга Васю. Да, я с ним уже снимал видео. И у него на канале со мной есть видео. Он недавно на 2 дня пропал. И, ну, так-то это ничего, но... Ну, он пропал просто. Ну, от него отписался один подписчик. И сейчас посмотрим новое... Ой, ему кто-то написал там. Сними еще с Ильей. Илья на своем канале говорил, что много видео будет. Значит, мы, наверное, с ним вдвоем видео сегодня снимем. Да. Ну и еще то, что я... Ну, не я, а... Сейчас школа началась, да. Лето закончилось, сентябрь. И, наверное, видео будут выходить не так часто. Хотя они, ну, часто, конечно. Особенно если сравнить то, что я раз в месяц один раз, ну, и раньше снимал. Да. Но надеюсь, вы не обижаетесь. И теперь я буду снимать редко. Ну и так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и всем пока!